Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Пару недель назад я выложил на своем канале небольшое видео со своими прогнозами и, как оказалось, в очередной раз оказался прав. Вот. Чтобы сделать следующий прогноз, когда события в России из простого падения курса рубля перейдут в другую фазу, мне наверняка потребуется помощь зрителей канала, потому что оперировать реальной информацией, которая есть в интернете, и тем, что происходит в отдельных городах, достаточно сложно. По моим ощущениям, курс рубля 100 к доллару вполне будет достижим еще до конца этого месяца. Если тенденции, которые сейчас присутствуют в реальности, сохранятся. И к Новому году жители Российской Федерации получат курс 100 именно к рублю. И с этим курсом встретят Новый год. Какие факторы сейчас будут меня интересовать? Я с большим удовольствием почитаю комментарии вас, дорогие зрители, если вы тем более живете не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в других городах, чтобы нарисовалась более четкая картина. Сейчас самый интересный вопрос, что будет происходить с ценами на продукты питания. Потому что рубль, доллар, это что, очень интересно, но рублем сыт не будешь бумажками. Поэтому очень интересно услышать от вас, что у вас в городе в связи с падением курса рубля происходит с ценами на основные продукты питания. На мясо, на крупы, на консервы, на овощи, на птицу, на молоко, на хлеб и на прочее. Это первый вопрос. Второй вопрос, который тоже весьма интересен. Что у вас на вашей работе начальство говорит по поводу перерасчета стоимости зарплаты? Вообще на повестку дня такой вопрос вставал или он даже еще пока не оглашался. Особенно это, наверное, будет интересно услышать от тех, кто работает в бюджетной сфере, а не в коммерческих компаниях. Потому что коммерческие компании достаточно быстро могут среагировать и поднять зарплату сотрудников. Ну, пусть даже не на такой уровень, который полностью перекроет потери из-за курса, но, по крайней мере, чтобы людям было интересно выходить на работу. А вот что касается разговоров по поводу увеличения и перерасчета зарплаты, именно для тех, кто работает в бюджетной сфере. Это второй вопрос. Ну и вообще хотелось послушать, насколько у вас в городе еще хватает валюты в обменных пунктах, потому что та информация, которую я располагаю, говорит о том, что уже во многих городах в обменных пунктах наличной валюты не осталось. Это большой дефицит, люди уже ни за какие деньги не могут купить ни евро, ни доллары. Вот. Слишком большой ажиотажный спрос. Еще интересные вопросы относительно общего настроения, мыслей, коллективного, бессознательного. То есть, что вообще народ в вашем населенном пункте говорит, какие настроения, и, в общем говоря, что можно от этого ожидать. Вот такие вот вопросы. Я почитаю ваши комментарии, ну, а потом, наверное, вынесу свой очередной прогноз, потому что, по большому счету, я, конечно, могу его сейчас озвучить, но мне необходимо сделать некую корректировочку в своих расчетах. Хорошего всем дня!